Ярославская область вошла в топ-10 самых демократичных цен на школьные обеды. Интересное исследование провел один из интернет-порталов. Основываясь на Санпин, специалисты проанализировали различные варианты питания и выбрали несколько блюд, которые присутствуют практически во всех школьных обедах. В меню вошли суп картофельный с рыбой, куриная грудка с гречневой кашей, салат из свежих овощей, свекольный салат, хлеб, чаем, яблоком. Самым демократичным по стоимости оказался школьный обед в Курской области. Ярославский регион на 7-м месте. Продукты для школьного обеда у нас выходят почти на 65 рублей. Занять место в десятке с самыми демократичными ценами помогла рыба, чья стоимость в нашем регионе значительно ниже, чем в среднем по России. А вот самое дорогостоящее школьное питание на Чукотке.